Ну все. Ужас. Дерутся.
Сама не имела ни синиц, ни чувствую ничего.
хочешь снова поработать на коллекционеров Серодива? Нам нужна помощь со следующей экспедицией мрачной трясины. Все идет не так гладко, как хотелось бы. Чем я могу помочь? Чем помочь смогу? Наших агентов в мрачных трясинах в любой момент может ужалить какая-нибудь сволочь или шипастая скотинка. Поэтому нам нужно поставлять им надежные лекарства, вьетнамскую золотую звезду, которую не открыть. К счастью, на канале YouTube Кастанти Галин показан, как открывать золотую звезду. Чему очень рады наши вьетнамские друзья. Все время смотрят, хихикают, ха-ха-ха. У них своеобразное чувство юмора. Иностранцы пытаются открыть их золотую звездочку. Ничего не получается. Снимают об этом видео. Вьетнамцы смотрят и хихикают. К счастью, я знаю блестящего алхимика по смерку по имени Менделеев. Она изготавливает очень-очень хорошие противоядия, и мне нужно достать его для тебя. Менделеев приготовит лекарство. Но тебе нужно будет найти для нее ингредиенты. Ей понадобятся грибы, хмурые сморчки, флакон сока, клиники, несколько мешков с ядом пауков из кипельной ямы. Отнеси все это ей в хижину. Тень лозы. С тех пор, как началась наша экспедиция, я постоянно очень-очень занят. Спасибо тебе за помощь. Хмурые сморчки и веселые незабудки. Что ты можешь рассказать мне о необходимых ингредиентах? Хмурые сморчки растут около мест, связанных с доедром. Поищи в Гилвартеле. Клиника растет вдоль прибрежных регионов. Яд легко найти в гибельной яме. Но собрать его, разумеется, будет непросто. Напомни, где мне нужно искать Менделеева. Он работает в хижине Тень Лозы, что к северу от Хейвена. Ты узнаешь, что он там по запаху. Он очень-очень ужасен. Мне нужно будет находиться там, пока он готовит противоядие. Ну, в каком-то роде процесс его изготовления довольно сложен. Но не волнуйся, он знает, что делает. Такой хрен. Журнал. Показать на карте. Не понял. Вообще-то нам надо.
Как? А как же это? Прогулка, все такое. Заговор. Корма. Наследие драконьей стражи. Расследование дома. Ремен. Вотч. Демоническое оружие. Ну ладно, кинотопия. Как туда попасть? Вот сволочь. Гибельная яма. И где эта яма? Гибельная. Ну что такое? Собрать сок. Ну, сволочи, ну как туда попасть-то? Чёрт побери. Гибельная яма. Где эта сраная яма находится? Всё, трансляция.
жила, рассказала, что не знаю, Эльфийка. Эта штука. Там ель. Где этот град? Мрачные трясины. Мрачные трясины. Может, в мрачных трясинах град? Разведчица Алини Мандел. Путешествие на Аулитон.
что-то мы уперлись. А это кузница. Кузница. Кузница, кузница. Разобрать.
15 уровень. Нам нужно... Нужен головной убор. Головной убор. Но у нас такого нет. Головной убор. 27. Yeah.
не работает это столярный стол. Столярного стола здесь нет. Он только фикция. Ужас. Вот собаки. Здесь тоже.
наносите электрический урон.
чего ты хочешь знать, а не важно. Ничего не хочу знать, ничего сегодня не повезу. Не скажу Владу. Где все-таки эта штука, как ее? Боцман. Сера Дельвин.
что-то не попадаешь.
всем спасибо.